Саавана – сложный слайд. Это аналог Unity, но заход делается не из ACID, а из Cross-ACID. Замок в нем крепче, чем в Unity, за счет чего улучшается контроль. Для того, чтобы научиться делать Саавану, нужно хорошо контролировать Cross-ACID. Когда начали делать Cross-ACID, сразу же не теряя инерции, доверните ногу и корпус, как в Unity.